Взрыв у здания Центробанка в Афинах не помешал Греции вернуться на долговой рынок, причем триумфально. 4 года страна, с которой начался европейский кризис, получала международную помощь и не размещала облигации на бирже. Но сегодня выпустила бонды с 5-летним сроком погашения. Подписка на бумаге в 8 раз превысила предложение. На фоне высокого спроса Афины увеличили объем эмиссии с 2 до 3 миллиардов евро, а ставки по этим бумагам опустились с 5% до 4,75% годовых. Успех на рынке – важный этап для правительства, которое обещает, что в этом году в Греции возобновится экономический рост.